Доктор. Программа носит рекомендательный характер и не может заменить обращение к врачу. Партнер программы ООО «Кимберли Кларк» представляет школу родителей «Хаггис». Как подготовиться к родам? Как понять, чего хочет малыш? Как выбрать идеальный подгузник? Ищите ответы в школе родителей на haggis.ru. 0+. Добрый вечер. В эфире, как всегда, в четверг в 20:00 шоу «Бессмертный доктор». И я его ведущий Алексей Бессмертный, педиатр, аллерголог, иммунолог сети клиник, клиники Фомина и Фомина Дети. Это программа о здоровье, о научно обоснованном к нему подходе, в котором мы обсуждаем здоровье и детское, и не только, и, соответственно, все время подводим под это какую-то материально-техническую и научную базу, чтобы избегать советов подружек, мам-колясочниц, бабушек, прочих ведуней, которые нам обычно рекомендуют подорожник или горчичники. У нас такого, к счастью, нет. У нас есть WhatsApp +7 903 797 6333, а также есть Telegram и есть прямая трансляция на YouTube, где можно нас смотреть, задавать свои вопросики, если что-то вам интересно. Потому что в гостях у меня, как это ни удивительно, но это не удивительно, поскольку сезон, врач-травматолог-ортопед, а это как бы один и тот же человек, человек-пароход одновременно, он и травмами занимается, ортопедией, а Олег Сажников из клиники «Док-дети», «Док-мед». Олег, привет. Добрый вечер, Алексей. Так, мы сегодня будем говорить о... разобьем нашу программу на две части. Еще раз говорю, можно писать свои вопросы врачу детскому ортопеду. Первая часть будет у нас посвящена детской ортопедии, а, собственно, развитию детей первого года жизни. А потом вторая — детским, как бы это ни прискорбно было, травмам, особенно в зимний период. А как это, опять же, не печально, травмы по-прежнему остаются на, если не ошибаюсь, третьем месте по причинении тяжелого и фатального вреда здоровью. Мы, врачи, стараемся детей лечить, а они потом на тюбингах врезаются в деревья. Весело. Да, бывает такое. Ну, я хотел еще небольшую ремарочку. Травматология, ортопедия, она не разделяется на взрослую и детскую, да, то есть мы имеем один сертификат. Но если сегодня по детству, давай про детство. Лучше. А ты же не только детский? Ну, конечно, да. Угу. То есть ты и взрослый тоже? Естественно. Я все время забываю, что, да, просто как-то я привыкаю, что ты больше дети, хотя переломанные ноги тебе регулярно взрослые тоже подходят. Конечно. На костылях. Слушай, давай поговорим сначала о детях, потому что, во-первых, в принципе, детей на первом году жизни смотрит ортопед в 3 месяца, потом в год, если не ошибаюсь. Да, положено. Да. У них тоже бывают всякие различные болячки. Вот скажи, пожалуйста, а зачем вообще отдельно врач-ортопед, отдельно от педиатра смотрит наших маленьких новорожденных детей? И когда это лучше начинать показывать? Ну, ты прекрасно знаешь, как... Не исключи, а то как, нашим слушателям по ушам долбят твои мощные ладони хоккеиста. Ты же знаешь прекрасно, да, что это скрининговый осмотр, в принципе, да, вот именно узкого специалиста-ортопеда, потому что часто могут что-то упустить, пропустить, там, если мы возьмем топ каких-то, да, там, жалоб, с которыми приходят или обращаются. Это, например, там дисплазия тазобедренных суставов. Ты прекрасно тоже знаешь об этом. Ну, я-то знаю, слушатель, нет, что такое дисплазия тазобедренных суставов? По-простому, это неправильное формирование, да, сустава, и риск в конечном итоге получить либо какой-то вывих, подвывих, и в более взрослом возрасте получить диспластический коксартроз, который является самой частой причиной эндопротезирования, да, тазобедренного сустава. Насколько я помню, ты мне говорил как-то, что, да, те нераспознанные дисплазии суставов в детстве — это будущие протезники. Большинство из них, конечно, да. И они там где-то в 30-40 уже могут идти на протезирование? Попозже, в зависимости от того, насколько человек активно эксплуатирует. А что, эта дисплазия никак не проявляется в взрослом возрасте? Он просто ходит, бегает и ничего не чувствует? Ходит, бегает, но нагрузка в суставе распространяется неравномерно, и со временем сустав разрушается, конечно. Угу. Понятно. Хорошо, ну вот расскажи, пожалуйста, сначала, что такое дисплазия? Да, это неправильное развитие сустава. Это как-то можно увидеть на ребенке, даже маме, например? Клинически можно заметить, да, если это явно выраженная какая-то патология, то есть мы можем положить ребенка на спину и попробовать отвести бедра в стороны, да. Лягушку сделать. Лягушечку. Они должны разводиться полностью, и отведение, оно должно быть симметричным. Если мы видим, что с одной стороны у нас где-то ограничено, ну, конечно, это повод сделать там УЗИ обязательно, это скрининг, опять же, да, вот, и обратиться к ортопеду. А в каком возрасте уже информативно делать УЗИ? Потому что многие пациенты делают его в месяц или еще раньше, вроде
роддоме, и там пишут не самую такую, такую не очень корректную, как мне кажется, да, фразу: незрелость сустава. И что приводит к тому, что УЗИ все равно придется повторять. Вот с какого возраста можно смело делать, чтобы точно понимать, есть там дисплазия, либо это просто сустав еще не дозрел, как и другие органы системы ребенка. Ну вот как раз для слушателей, наверное, будет полезно разделить эти два понятия: дисплазия и незрелость, да, то есть УЗИ у нас делается, это считается информативным исследованием, до 3 месяцев, да, дальше мы делаем рентген. Если мы делаем ребенку в месяц УЗИ тазобедренных суставов и видим в заключении, что там написано незрелость, это норма, да, потому что ядра окостенения, они могут быть, головок бедра, они могут появляться, в принципе, в норме до года, да, вот. А дисплазия — это как раз уже угловые характеристики, которые показывают, насколько правильно формируется крыша вертлужной впадины, чтобы в дальнейшем не было вот этой дисплазии. И если мы видим там заключение, там самая у нас такая международно популярная классификация ГРАФ, да, 1А по ГРАФ, все, это абсолютная норма, мы успокоились и про незрелость не думаем. Если мы видим 2А по ГРАФ, например, тоже часто бывает, мы делаем исследование еще разочек в динамике, там, если, условно говоря, сделали в месяц и увидели 2А по ГРАФ, мы не лечим это, и в динамике смотрим уже в возрасте 3 месяцев. А так 6 недель лучше делать, да? Или раньше можно? Да, в принципе, без разницы. Понятно. А после 3 только рентген, уже УЗИ бесполезно. Просто сейчас встречаю УЗИ в 6 месяцев суставов. Лучше рентген, он более информативен. Ничего, что разочек облучится, это не опасно. Там практически нет никакой лучевой нагрузки, поэтому этого не стоит бояться. Ага, ну учитывая, что особенно живя в Москве, с таким количеством источников разнообразного излучения. Ну хорошо, дисплазия понятно. Но вот если, допустим, ну опять же, родители часто пугают. Ну вот им поставят диагноз дисплазии тазобедренного сустава с одной или там с обеих сторон. Что с ней обычно делают? Потому что после неприятной новости родители, как всегда, начинают искать какое-то приятное им решение. А ортопеды могут предложить не самое приятное или комфортное для них решение. Что делать? Ну, в первую очередь, не паниковать, потому что, да, вот в нашей практике мы сталкиваемся, скажем так, с более легкими случаями, в которых там прогноз лечения благоприятный 100%, да, условно говоря. Более тяжелые, когда это какие-то врожденные вывихи тяжелые, но это стационарная история, это не наша. Если приходит вот с результатами УЗИ, на которых есть дисплазия, да, в первую очередь стоит, наверное, успокоиться и принять, что, ну, есть какая-то проблема, но она не такая большая, и, в общем, чем раньше мы начнем ее лечить, тем быстрее получим результат. Вот. Единственное неудобство, ты тоже знаешь, это зафиксировать малыша, да, и, ну, не малыша, а бедра, да, то есть в правильном положении, чтобы центрировать головку относительно крыши вертлужной впадины, вот, и это надо делать 23 часа в сутки. Это когда ноги разведены? Разведены и согнуты чуть-чуть, и зафиксированы. Да. И зафиксированы. А да. Там вот, раньше предлагали 3 подгузника надеть. Да и сейчас предлагают, и это, конечно, это неэффективно, поэтому в современной, да, нашей практике мы используем ортезы, это оптимальная и позиция, да, и максимально удобная для обслуживания и вообще для ребенка, то есть на самом деле маленькому ребенку в них нормально находиться, комфортно достаточно. И сколько надо носить такой ортез-фиксатор? В сутки 23 часа. А по длительности? А по длительности мы смотрим динамику, обычно каждый месяц оцениваем, то есть либо УЗИ, либо рентген мы делаем. То есть как сустав встанет на место, примет свое правильное положение, можно снимать? Да, обратно, да. Вот здесь тоже, опять же, хочется отметить, что достигнув нормальных угловых вот этих вот значений, мы смелость отменяем всякие мобилизации ортеза, и обратно дисплазия вдруг не появится. А ничего страшного, что ребенок зафиксирован, ноги разведены, он же хочет перевернуться там. Не повлияет ли это на его моторное развитие, что он позднее там перевернется, сядет, встанет, пойдет или просто останется лежать? Если это будет длительное лечение, оно затянется, то может немного повлиять, но существенно нет. И, в принципе, мы же можем ребенка поворачивать, укладывать на живот в этих ортезах. Поэтому особо задержки какой-то он не будет иметь. А я встречал такие рекомендации и даже видел таких детей, что они им сначала гипсуют коленные суставы и бедра, а потом разводят. Это тоже неверно. Ну, это какие-то, не знаю, это уже при подвывихах, наверное, что-то такое. Глобальное, да? Да, да, да. Ну, вот смотри, сказал, что чаще всего обращаются к ортопеду, но амбулаторному, в том, как амбулаторному врачу, хоть ты оперирующий, с дисплазией тазобедренных суставов. А с чем еще чаще всего приходят? Ну, просто пришли показаться ортопеду. Там, в 3 месяца, планово. Что еще чаще всего встречается у детей? А будет ли у ребенка плоскостопие, вот спрашивают, да, всегда. Вот. На что
мы говорим, что стопы сейчас вообще не сформированы, да, на них нет осевой нагрузки, и, ну, в принципе, там стопы, да, такая генетическая лотерея, мама, папа, ближайшие родственники. Но каких-то астрологических прогнозов, конечно, никто никому не дает, просто мы должны понимать, что для нас физиологическая норма, да, вот стопы могут быть плоскими, но нам главное, чтобы они были там мобильными, да, они были без деформаций, вот. Если мы говорим о каких-то, опять же, позиционных установках, которые могут внутриутробно формироваться, да, должны отличать косолапость либо позиционную остановку, установку, да, то есть проверяем. Это все мануально. Про плоскостопие — это регулярный вопрос, на самом деле. Это несколько раз в день происходит. Но это правда, что четверть населения, в принципе, плоскостопы, и это не мешает им жить? Конечно, конечно, плоскостопие бывает разным, и не каждое плоскостопие требует какого-то лечения либо коррекции. Если человека, по сути, ничего не беспокоит в жизни, то не надо с ним ничего делать. Отлично. Я напоминаю, что у нас есть WhatsApp +7 903 797 6333, куда можно писать свои вопросы мне, а особенно нашему сегодняшнему гостю, врачу, травматологу-ортопеду Олегу Сажникову из клиники «Дог Дети». Но он как бы еще и взрослый, так что если вы и по взрослому что-то спросите, он, надеюсь, нам ответит. Также у нас есть прямая трансляция на YouTube, где тоже можно смотреть и писать свои вопросы. А если вы, допустим, пропустили или не успели нас послушать, то рано или поздно это все появится в записи как на YouTube, так и на Яндекс.Дзен. Кстати говоря, у нас в преддверии Нового года на радио уже появились любимые рецепты ведущих, где мы рассказываем о тех рецептах для новогоднего стола, которые были в детстве, которые особенно сильно запомнились или стали какой-то семейной традицией. Так что слушайте наши рецепты тоже. Мой отвратительный, некрасивый, но очень вкусный рыбный салат тоже в эфире. Слушай, ну, поехали дальше. Вот дисплазия у нас есть, плоскостопие есть. Частая причина, ну, тоже, опять же, обращение к педиатру, потом к ортопеду, это косолапие. Врожденное или просто какое-либо косолапие. И приходит мама, говорит, у меня ребенок с косолапием. Какое настоящее, какое требует лечения, что с ним делать? Ну, здесь тоже надо разделить, наверное, два этих понятия: косолапость и косолапие. Да? То есть, если мы говорим про косолапость, то это обычно врожденная патология. Чаще всего это этапное лечение, этапное гипсование, плюс последующая ахиллотомия и ношение специальных брейсов. Для тех, кто не знает, ахиллотомия — это надсечение сухожилия, которое сзади у вас находится выше пятки. Да, да, которое потом все с ним прекрасно, оно никуда не исчезает, оно ремоделируется, просто становится более длинным, да, и впоследствии ребенок может ходить с опорой на полную стопу, и у него не возникает дефицита, да, тыльной флексии. Тыльная флексия — это сгибание стопы на себя. То есть носочек должен у нас всегда тянуться больше, чем 90 градусов, да. Вот. А косолапие — это когда просто стопы приведены внутрь, да, это может быть, опять же, на уровне там бедра, да, мы понимаем, что у нас есть ретро, антиторсия, да, то есть это вот, опять же, надо разбираться, такая вот, вот для этого нужен ортопед как раз. Есть такая же патология, ты тоже знаешь, приведение переднего отдела, да, стопы, когда пятка, она в нейтральной позиции, а пальчики, они приведены внутрь. Вот, и, соответственно, в зависимости от степени, опять же, тоже это оценивает ортопед, мы понимаем, требует ли этого лечения, наблюдения, да, дальнейшего. Поэтому вот здесь вот, казалось бы, так просто, да, стопы, и, а здесь вот столько уже проблем, и которые надо между собой верифицировать как-то. Скажи, ну а как отличить даже родителям, допустим, ну, настоящую косолапость от просто того, что он слегка ножки загибает стопы внутрь, ну, на бытовом уровне? На бытовом уровне это очень просто. Опять же, если мы ребенка, там, положив на спину, постараемся вывести его стопы в нейтральное положение, да, ну, в естественное. В естественное, да. И это нам не потребует каких-то сильных усилий, да. То есть не надо будет нам стараться напрягаться, то все хорошо и все в порядке. И опять же, проверить, насколько хорошо носочек сгибается на себя. Это просто. Ну, собственно, вопрос сразу пошел дальше. Когда груднички приходят к ортопеду, обычно к неврологу, невролог пишет, что у него мышечный тонус, это может повлиять как-то на опорно-двигательный аппарат. Может это как-то повлиять?
Ну, тут надо, опять же, да, понимать, есть он, нет, и что это вообще, откуда он взялся. Чаще всего это, ну, норма какая-то. А при дисплазии, ну, давай тогда пойдем по всякой мракобесной ереси, которая часто у нас бывает, что назначает, родители тратят на это и время, и деньги, и ресурсы, и эмоции. Но есть у нас дисплазия суставов, или, допустим, врожденная косолапость, они не хотят ее оперировать, и начинается пляска с бубнами, физиотерапия, массаж, закеритовые сапожки, парафин, горячий парафин на ноги, ну и прочие методы средневековых пыток, которые сейчас испытывают на детях. Работает ли это, и надо ли это делать? Это не работает, да, потому что все же хотят избавиться от какой-то проблемы самым простым способом, да, то есть если ты скажешь, что надо носить ортез 23 часа, а массажист скажет, что за час ежедневных массажей мы все исправим, да, но это, во-первых, не работает, да, во-вторых, это неэффективно, и мы опять вернемся от этих всех методов, скорее всего, к ортопеду, и будем уже лечиться. А вот, опять же, врожденная косолапость, когда стопа внутрь, как, не знаю, как у морского котика ласты, примерно. Что делать, если ее не лечить? Если ее не лечить, ну, мы получим в конечном итоге ребенка-инвалида, просто который будет, не сможет бегать, там, не знаю, играть в футбол. Он не сможет встать на стопу? Полностью опираться на стопу, может быть, и сможет, но никогда не будет бега нормальной походки. То есть это надо все-таки делать, если предлагают делать какое-то оперативное вмешательство, то надо. Конечно, это несложное вмешательство. Тут просто муторно, потому что надо носить эти этапные гипсования, многие боятся все-таки такого вмешательства на раннем этапе. Не надо бояться, опять же, здесь чем раньше мы начинаем лечение, тем более благоприятный у нас прогноз. Слушай, был у меня такой пациент, как казалось, тоже нередкая история, что такое косой таран? Косой таран — это врожденная патология, да, врожденная патология на уровне, опять же, стопы. Это неправильная позиция таранной кости в голеностопном суставе. Вот. Проверяется так же практически, как и косолапость. То есть надо просто попробовать, насколько хорошо носочек тянется на себя, на стопе. Если у нас это движение ограничено, либо мы пытаемся согнуть стопу и видим, как свод стопы, да, то есть подошва выгибается в другую сторону и называется стопа-качалка, есть поводы обратиться к ортопеду, сделать рентген. То есть тут надо полечиться. Ну, хорошо. Мы сейчас поговорим о нагрузке на вообще осевой скелет ребенка. Подавляющее большинство родителей задают один и тот же вопрос. Когда можно его перевернуть? Когда можно положить на живот? Когда можно присаживать? Можно ли носить его в эрго-рюкзаке? Вообще, если ребенка как-то не так посадить, поставить или положить, он поломается? Ну, конечно, нет, не поломается. Ты сам об этом знаешь прекрасно. Тут не надо быть ортопедом, любой педиатр хороший может все это рассказать. Ну, это мы хотим, чтобы слушатели услышали, потому что мама на приеме запрещает ребенка держать под попу, например, на руках. Или присаживать у папы на колени месяцев 4, когда он там сидит и смотрит вокруг. Да, вообще, в принципе-то, рекомендация всегда простая, да, не надо как-то ребенку помогать, да, приобретать эти навыки. Как только он адаптируется, он самостоятельно все это приобретет, если нет никаких проблем, да, то есть если мы говорим про здорового ребенка, вот, помогать не надо, какие-то позиции его там на руках или в эрго-рюкзаках, они, конечно же, не вызывают каких-то там сколиозов, да, вот говорят часто, да, там, или еще чего-то. Поэтому нет, по возрасту просто смотрите на своего ребенка, как он развивается. Если вам педиатр говорит и другие специалисты, что никаких проблем нет, не переживайте, просто ждите. Это очень все быстро. А в рюкзаке не опасно носить детей? Да, наверное, не опасно, если это делать как-то все правильно. По уму. Да, если не прыгать там с ним, не кататься, не знаю, на коньках или как любят там на сноуборде, да, там. Я видел на сноуборде свою маму. Я тоже видел. Которая в этом, в слинге ребенок был. Ну, я своих детей не катал, конечно, на сноуборде в слинге, потому что они мне дороги. Да, без экстрима. Слушай, а то есть ничего с позвоночником не будет? Потому что ребенок сидит в рюкзаке, обнимая маму в 4 месяца, позвоночник не искривится? Нет, конечно. А если ему будет дискомфортно, он будет орать просто? Или верещать? Или некоторые покажут? Дети, да, покажут. Некоторые дети просто не переносят эрго-рюкзаки. Мои дети только на руках могли находиться. Они не могли в эрго-рюкзаках. Они капризничали, плакали, в общем. А надо какую-нибудь, не знаю, специальную гимнастику или упражнение? Вообще, что надо делать с точки зрения ортопедии ребенку до года, чтобы он вырос там красивым, устроенным, с прямыми ножками, там, ну, косую Рапунцель мы опустим, да, это не к тебе вопрос, но чтобы ножки были прям правильные. Почему-то, кстати, вот на руки никто внимания не обращает.
Ну, руки так руки, какие есть, такие получились. А вот на ноги прям очень много обращают внимания. Да и делать в том-то все дело. Самое сложное — объяснить, что ничего не надо. Вот. Ребенка, да, надо просто выложить на какой-то игровой коврик, создать ему какое-то пространство, на котором он может безопасно осваивать те или иные двигательные навыки. И, в общем, как я всем говорю, там вот, что мыть и кормить, как вот младший сын, да, он вырос как Маугли, да, потому что никто не делал никаких там попыток, да, как-то ускорить его развитие, как все любят, да, либо улучшить. Угу. А опять же, ножки — это мама, папа, это генетика и ближайшие родственники. Ну, то есть, грубо говоря, любопытство и генетика человека прямоходящего заставят его перевернуться, сесть, встать, пойти и на это не повлиять? Конечно, безусловно. А как сделать, чтобы ноги не были кривыми, помимо того, что это генетика? Кривыми, ты имеешь в виду иксиком или колесом? Вот это... Да, чтобы не было ни того, ни другого. Да это тоже генетика, опять же. Ну вот мама хочет, чтобы ноги были прямые. Да все хотят, но... Но генетика. Мама должна посмотреть на папу, да, там, на бабушек, на дедушек, но генетика, да. Скажи, пожалуйста, одна из самых частых причин такого псевдолечения у ортопедов, опять же, это физиотерапия, массажи, магниты и прочее, это то, что у ребенка сначала ноги колесом, потом иксом, и это постоянно лечит, и потом к 5 годам вылечивают, на удивление. Вот про физиологические формы детских ног, которые реально беспокоят. Только сегодня был ребенок у меня, который говорит: у нас вальгус. Я говорю: ну это норма, как бы он такой. Тоддлер должен быть косолапым таким. Говорит: нет, нам надо прямые ноги. Все, выпрямите нам их, пожалуйста. Ну это же девочка, вы же понимаете, когда говорят, там ей нужны, ну, ровные ноги. Вот, да, на самом деле здесь тоже ножки могут быть и иксом, и колесом, и может быть это в разных вариантах. Они могут быть сначала там колесом, потом иксом, и в конечном итоге там к школьному возрасту они сформируются, и если у родителей все хорошо и все в порядке, то и у ребенка будут красивые ровные ноги. Вот, если там у кого-то есть какие-то деформации, ну, в общем, опять же, тут у женщин преимущественно все-таки у нас вальгусная ось, да, там нижних конечностей, у мужчин варусная. А ты объясни нашему слушателю, что такое вальгусный варус. Они такие слова могут не знать. Давай, это хорошее слово. Вальгусная — это когда иксом, вот, варусная — когда колесом. Вот, поэтому здесь все просто. Угу. Так, ну что ж, у нас в гостях Олег Сажников, врач-ортопед-травматолог. У нас есть WhatsApp, +7 903 797 6333. Можно записывать и писать туда свои вопросы ему или мне. Мы сейчас поговорим еще про детские нормы, а потом и про детские травмы. И, собственно, будем потом отвечать на те вопросы, которые вы нам зададите. Хочу сказать, что у нас сегодня, наверное, последний, не наверное, а у меня последний эфир в этом году. И я встречусь с вами только 11 числа. А какой специалист будет, пока не расскажу. А пока вы готовите свои вопросы, а Олег выдохнет и готовится продолжить сложный рассказ о том, что почти все у детей норма и мало что нужно лечить. Как удивительно, что, кстати, ортопед там амбулаторный, по большому счету, такая несколько даже придуманная вымученная специальность, подумай над этим вопросом. Мы узнаем, почему молодцы, и вернемся. Молодец. 2023. Время ответить себе на вопрос, почему я сегодня молодец. Почему? По определению. На самом деле очень просто на этом свете люди жить. Вы просто правил не читали? Нажали сразу «I agree», как говорится в стишке-пирожке. А может быть, в этих правилах написано, что ты молодец по определению. Давай ты будешь просто почаще об этом вспоминать, а? Бессмертный доктор. Программа носит рекомендательный характер и не может заменить обращение к врачу. Так вот, считается, что амбулаторный ортопед в поликлинике или в частной или клинике на амбулаторном приеме — это такая выдуманная специальность. Во многих странах такого, в принципе, не существует. Вот, Олег, развей наши сомнения. Нужен ли ортопед маленьким детям в обязательном порядке, или педиатр может справиться? Ну, если мы там какой-то мировой практике обратимся, да, то мы, в принципе, поймем, что ортопед — это только вот если есть какие-то показания или подозрения. Угу. Но при этом, опять же, да, удивительно, что протезируем мы людей, да, там, с диспластическими коксартрозами больше всего, да, но при этом ортопед там человека, оказывается, не смотрел никогда. И здесь очень много нюансов, даже вот сейчас мы с тобой начали вальгусы, варусы, стопы, тазобедренные суставы. Конечно,
у нас хорошо, что это скрининговый осмотр, и в любом случае там ребенок не останется без внимания ортопеда, поэтому обязательно надо, конечно. Хорошо. А надо ли детям, чтобы они, ну, не знаю, стремились к больше... Ну, мы вообще все родители хотят, чтобы их дети были лучшие, лучшая копия себя, но еще лучше. Быстрее развивались, быстрее перевернулись, сели, встали и пошли. Хотя, мне кажется, в 3 года вообще ты не помнишь, когда он перевернулся или сел, и не суть важно. Но тут мы втыкаемся в то, что я все время объясняю родителям, зачем детям делают массаж. И то же самое я им говорю, зачем детям здоровым делать массаж? Что мы хотим, какой результат получить от этого, да? И вот на этот вопрос, какой результат мы хотим получить от этого, чаще всего мы не получаем ответа от родителей. Но некоторые пытаются вот как-то ускорить малыша этого, своего любимого, в развитии. Зачем, тоже непонятно. Понятно. Кстати, я хотел напомнить нашим слушателям, которые пишут свои вопросы. Понимаете, какая ситуация? Вопросы — это классно, лучше их писать. Когда вы пишете нам аудиосообщение, у меня варианта два. Либо вам оторвало руки, и вы не можете написать, да? Либо, скорее всего, вы думаете, что я смогу их прослушать. Это не так. Я не смогу их прослушать, потому что я в радиоэфире. Поэтому давайте, пожалуйста, напишите свой вопрос. По поводу овладевания своим телом. А что может помешать ребенку учиться овладевать своим телом? Какие-то препятствия, не знаю, там, тугое пеленание, не знаю, тесная одежда. И вообще повлияет ли это на его дальнейшее развитие? Да, вряд ли это как-то повлияет на его развитие, да. То есть, опять же, там, не стоит с кем-то сравнивать своего ребенка с соседским, да. Дети разные. Все дети разные, ты прекрасно знаешь об этом, да. Там, поэтому мы не сравниваем, не пытаемся ускорить, и, ну, всему свое время, да, вот здесь это прям очень хорошо работает. Хотел сказать, что все-таки партнеры нашей программы уже не первый раз — это компания Kimberly Clark, которая производит подгузники Huggies, и тут, если мы подводим под ортопедию, у них есть замечательные трусики, которые позволяют ребенку легче овладевать своим телом, потому что не мешает ему переворачиваться, садиться, он легче синхронизирует свои движения. Так же, как и одежда, так и подгузник могут отвлекать его внимание, и он вместо того, чтобы учиться переворачиваться, будет пытаться его себя рефлекторно стянуть или что-то еще. Ну и плюс у них удобный эластичный мягкий поясок, который не впивается в тело и не мешает при движении. Ну и тонкая такая впитывающая поверхность, которая отлично впитывает влагу, мягкая, комфортная и гипоаллергенная. Аллергенное. Все то, чтобы малышу было реально комфортно. И также хочу сказать, что мы в начале передачи слышали небольшое промо. У компании Kimberly Clark на сайте Huggies есть школа родителей, где много-много-много полезных уроков о том, как дети должны развиваться. Кстати говоря, там есть видеоуроки с Олегом Сажником, моим сегодняшним гостем, которого мы записывали пару лет назад, мне кажется. Уже забыл. Да, или год назад, о том, как дети развиваются, как им делать массажики, и там можно подробно все посмотреть. А мы сейчас вернемся к небольшому варианту детского развития. Сколиоз. Какого возраста начинает проявляться искривление позвоночника? Если нет врожденного сколиоза, такая форма тоже существует, да, обычно мы видим это в период пубертата. Чаще всего. Может развиваться в любом возрасте, но чаще всего во время пубертата, то есть это вот интервал, там условно у нас опять же растут по-разному, там 10-15 лет. Проблема серьезная, то есть вот если рассказать случай из практики. Девочка там 14-15 лет, по-моему, родители, ну, подросток, да, ее видят в одежде только уже, да, понятно, по каким причинам. Одежду подростки носят у нас сейчас оверсайз модную, и там сложно понять вообще, что там, что под ней, да. Вот, но это случай прямо из практики, то есть, и увидев ее там летом на море, им показалось, что лопатки уже совсем на разных уровнях, и действительно там требовалось оперативное лечение. Потом, когда уже они ко мне пришли, они не хотели в это верить. Вот. Поэтому, если ребенок активно растет, надо следить за тем, чтобы не начиналась вот эта вот сколиотическая деформация. Сева Санка, а если он будет сидеть за столом, за учебным, и ногу под попу подкладывать? Прекрасно, значит, ему так удобно. А если он будет косо сидеть, как я вот обычно сижу, криво так на бок? Замечательно, потом поменяет он позу. А если он все время голову на бок склоняет, то что ему неудобно его держать? Как угодно. Ну, конечно, это не приводит к каким-то деформациям, да, там, или сколиозам. То есть в этом случае от ребенка можно отстать. То есть, чтобы кость деформировать, надо сильное какое-то вмешательство, либо генетику.
либо генетику, либо мы не знаем вообще возникновение склерозов, да, и вот истинных причин. Они называются идиопатические, юношеские сколиозы. Идиопатические, это значит непонятно от чего, хотя слушатели и пациенты любят это слово, потому что думают, что врачи не знают ужас какой, от чего это. Да. А наш WhatsApp +7 903 797 6333. В гостях у нас Олег Сажников, врач, ортопед-травматолог из клиники «Док Дети». У нас будет небольшой перерыв, послушаем приятную музыку, точнее вы послушаете, а мы отдохнем и вернемся, будем говорить о детских травмах. Программа носит рекомендательный характер и не может заменить обращение к врачу. Добрый вечер. В эфире вторая часть шоу «Бессмертный доктор», где мы говорим о детском здоровье. Я ведущий Алексей Бессмертный, педиатр и аллерголог-иммунолог клиники Фомина. Наш WhatsApp +7 903 797 6333. Там можно писать свои вопросы или на нашей трансляции прямой на YouTube, или к нам в Telegram, куда хотите. Там, где увидим, там ответим. Я ваши вопросы, если что, вижу, даже с молящими смайликами. И мы постараемся на все из них ответить. Да, вот Олег уже их просматривает. Олег, не подглядывай, сам тебе задам, мне будет очень интересно. Все, да. Так, давай. Без подготовки. Да, без подготовки. Проговорим некоторые вещи. Все-таки про ортопедию поговорили. Важная история. Про плоскостопие. Накидывайте свои вопросы. Плоскостопие, вальгус, кривые коленки, ножки, дополнительные пальцы. Как раз про это мы поговорим. А ты пока расскажи нам, знаешь, о чем? Больная тема — детские травмы зимой. Вообще травматизм куда больше, зимой или летом у детей? Круглый год вообще, в принципе, да. Травматизм и у детей, и у взрослых. И от сезона это, наверное, не зависит. Это такой стереотип, что зима, и все подскользнулись, упали, и все сломали. Да? Mm-hmm. И вот, ну, понятно, что зимой нагрузка, конечно, возрастает, если это скользкая погода, да, где гололед. Вот. Травмы, ну... Мы знаем, что на детей гравитационные силы, слава богу, у нас действуют немножечко по-другому, чем на взрослых, да? Почему? Потому что ниже? Ниже, и вес меньше, конечно же, да. И при падениях каких-то и так далее. Дети, в принципе, редко когда травмируются. В основном это какие-то ушибы, синяки, растяжения. Ну, вот. Неужели легче кости сломать? Кости тоньше? Да нет, но они, опять же, за счет того, что мало весят, да, у них не те нагрузки при падении, как у взрослого человека. Какая самая частая травма у детей зимой, которая приводит их к травматологу? Наверное, какую-то прям вот патологию единственную сложно выделить. Ну, чаще всего это какие-то растяжения, наверное. Растяжения, ушибы, что у детей, что и у взрослых, кстати. И, в принципе, и подход одинаковый, что и у детей, что и у взрослых, да, то есть есть протокол всем известные, да, там, или протоколы, там, раньше Райс, Прайс, Полис, там, как бы, ну, суть в том, что, опять же, там, да, после травмы какой-то несерьезной, да, если мы понимаем, что мы можем, там, условно говоря, но подвернули ногу, можем ходить, но болит, да, то есть у нас там, опять же, там, это покой, это лед, это компрессия, и там возвышенное положение, если мы говорим про ногу, да. И обезболивающее, может, еще. И сверху, да, еще какое-нибудь обезболивающее, и все прекрасно будет. И здесь вот я еще хотел сказать, что это не повод идти, наверное, к доктору, да, если мы понимаем, ну, что просто вот... Растянул. Растянул больно, да, не надо идти ни в травмпункт, там сидеть 3 часа, да, сейчас мы с тобой говорили об этом, загружать там его лишний раз. Вы прекрасно там за 3-5 дней справитесь самостоятельно. А когда надо идти в травмпункт? Когда думаешь, что перелом? Когда, ну да, думаю, что перелом. То есть ограничены движения, есть какая-то отечность, боль нарастает, понимаешь, что, допустим, не можешь наступить на ногу или взять что-то в руку. То есть, ну, а вот, ну, мы сейчас мы вещаем на всю страну, на Москву в том числе. А куда в Москве с детьми в травмпункт идти? Вот ребенок на, не знаю, упал с горки с ледяной, или на санках катался, и рука повисла, сломал, не знаю, или упал ладонью там на землю, в типичном месте сломал лучевую кость. Кость, куда идти в Москве детям? Детям много куда можно прийти в Москве, да, то есть вообще, конечно, не надо, да, мы сейчас обсуждали, что у нас там нет какого-то единственного места, на самом деле есть районные детские травмпункты, вот, и в ближайший травмпункт, либо в какую-то клинику, в коммерческую, неважно. То есть загуглил травмпункт и пошел? Да, 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 конечно. То есть, не обязательно ехать, да, в больницу какую-то. А самые травмоопасные детские увеселение зимой. Все знают прекрасно, что это неуправляемая ватрушка, да, когда родители счастливые запускают своих детей в деревья, в парке, да, я сам это наблюдаю.
каждый год, вот, проходя в парке, у нас есть именно та горка здесь, в конце с деревьями, куда родители запускают своих детей. На сватрушке. Тюбинг это называется, да? Тюбинг, а да. А чем опасно? Потому что из нее выскочить тяжело, или она не управляется? Она не управляется, да. То есть она не останавливается, непонятна ее траектория, непредсказуемая. То есть и она там, опять же, может перевернуться, как-то подмять, если это несколько детей. Там они могут друг друга кучу малу устроить. Там кто-то тяжелее, кто-то легче. Ну и, конечно, дерево, там какое-то препятствие, естественно, опять же, является причиной, да, там частой травмы. А санки? Лучше, хуже? Они тоже не особо управляются. Я, кстати, в детстве никогда санками так не мог управлять. Они прямо едут, как едут, и все. Да, мне кажется, надо просто выбирать правильные места, да, там, безопасные. То есть оценивать как-то обстановку и делать это все с умом. Где нет деревьев и пеньков? Где нет деревьев и пеньков, да. Угу. И толпы. Согласен. А у нас в гостях врач-ортопед-травматолог Олег Сажников. Кидайте свои вопросы к нам на WhatsApp. +7 903 797 6333. Мы об ортопедии поговорили, ваши вопросы просматриваем. Сейчас говорим про детские травмы. Какие травмы реально опасны для жизни ребенка вот, зимой? И где это можно получить? Спорт, лыжи, коньки, еще где-то? Где быть более внимательным? Понятно, что внимательным следить с ребенком всегда. Это ходячий косяк, ребенок любой. Это все время что-то упало, сломалось и еще что-то. Заболело, да. Слушай, наверное, я лучше скажу вот сначала, от чего не надо лечить, да? Угу. Если ребенок вдруг упал, пожаловался на боли, там катается он где-то на коньках, упал, приземлился там на область копчика или еще где-то там, подпрыгнул на ватрушке и пожаловался на боль в спине. И поскольку, вот опять ты правильно сказал, у нас есть, мы живем в Москве, везде есть МРТ. Угу. Все делают МРТ, угу. Там выявляют компрессионный перелом позвоночника, родители падают в обморок, да, ребенок говорит, что да, у меня, в принципе, все прошло, уже ничего не беспокоит, но при этом, видя диагноз компрессионный перелом позвоночника, обращаются в больницу, детей госпитализируют, но чаще всего мы видим неосложненные компрессионные переломы позвоночника по классификации А1, они не требуют никакого лечения, мы просто смотрим в динамике за ребенком, при необходимости обезболиваем и физически не нагружаем через боль. Все. Угу. Вот с этим не надо обращаться и госпитализироваться, потому что часто очень приходят родители с детьми, которых ничего не беспокоит, беспокоит больше родителей. И такой картинкой МРТ. С такой картинкой МРТ, да, но при этом после стационарного еще лечения. Угу. А с ограничением физической нагрузки на полгода, угу. Лежачим образом жизни. Домашним обучением, кстати говоря, тоже. Вот. А это делать ничего не надо? Ничего не надо делать, да. Так, хорошо, а что опасно? Опасно, да, в принципе, бытовой вот этот травматизм как раз, да, опять же, вот то, что мы проговорили, вот эти все ватрушки, толпа, то есть любая толпа на катке, на горке, что-то выделять здесь мне сложно. Да, я бы хотел от себя добавить, что сейчас все-таки еще зима, рано темнеет, ничего не видно. Я уж молюсь, как замечать детей, перебегающую дорогу вне пешеходного перехода. А мало того, что дети идут либо в телефоне, либо в наушниках, а еще желательно в капюшоне, ничего не видят. Надевайте им на рюкзак, наклеивайте светоотражающие полоски, светоотвращающие, или куртку светоотвращающие полоски, хотя бы видно метров за 50. Потому что в сумраке, особенно плохо освещенном, ребенка, переходящего дорогу, да еще в неположенном месте, да еще и в наушниках, он не слышит никого в телефоне, не видно вообще слова совсем. И поверьте, ваши дети не переходят дорогу, где положено, и только на зеленый свет. Они это забывают. Поэтому ради вашей безопасности, все педиатры говорят, имейте светоотражающие элементы в зимний период, когда сумерки спускаются на город раньше. По поводу травм хотел я еще уточнить, но все-таки ты же фанат, не фанат, ты просто любишь сноуборд, да, катаешься на нем, да, собственно, глядя на себя, я и тоже решил, что надо попробовать на старости лет. Да, ты вообще такое. Любишь и фрирайдить, и прям кататься уже по-взрослому, что называется. А вот детям сноуборд опасен? Да, я думаю, что нет какой-то опасности. Опять же, надо оценивать и склоны, на которых они катаются, да, обстановку, с кем они катаются. Поэтому я не думаю, если все это делать, опять же, с головой, это вряд ли может быть опасно. А с какого возраста ребенка можно поставить на сноуборд или на горные лыжи? Вот частый вопрос, да. Родители тоже, которые фанатеют лыжами или сноубордом, задают прям вот, наверное, в месяц как раз осмотр вот этот, когда ребенок может ставить. Ребенок там это только голову начал держать, даже еще не пытается.
Да. Я не знаю, здесь какой-то индивидуальный подход, опять же. Это то желание родителей. То есть ты занятия по сноуборду в институте прогулял? Да. Ну, у меня не было возможности такой, в принципе. То есть тогда, когда понимаешь, что ребенок уже ходит, бегает, прыгает, ты готов встать на другой вид движения? Да. Просто у меня все время перед глазами встает все та же самая мама в Сочи, где слинги, не слинги, в рюкзаке был ребенок, а она стояла на сноуборд двухлетнего малыша, он верещал, ребенок в слинге верещал, рядом пятилетняя девочка верещала. Когда я сказал, что, может быть, все-таки вы уйдете, все-таки здесь на самом деле не место для катания детей, а выход с более высокой трассы. Там вылетали сноубордисты, она объяснила, что ее сейчас ее сшибут, она сделала грамотную вещь, она просто с зеленой трассы ушла на красную и пошла кататься там. Не знаю, чем закончилась история, надеюсь, все остались живы. Ну, вот я тоже пробовал с сыном поставить его на лыжи. Мне тоже хотелось пораньше, конечно. Я думал, что вот в 3,5 года не получилось. А потом он как-то сам сказал, спустя там полтора года, там, пап, я хочу еще раз попробовать. Там, все, вот, ну, то есть спокойно, если вы хотите, можете, спокойно, можете всегда предлагать. Все, спокойно. И все, коньки тоже. И коньки, все спокойно. Ты же знаешь, у меня дети там в хоккей играют. Но опять же, я их туда не привел, потому что мне нравится хоккей. Но они на меня посмотрели, и у них возникло желание, они попробовали, да, им нравится вроде бы. Если они скажут, что нам сейчас понадобится там самбо, да, там или еще что-то, ну, значит, попробуем. Кстати, хоккей. Давай, может быть, кому-то из врачей нас слушающих будет интересно, потому что врачи нас тоже слушают. Ты же играешь в врачебной хоккейной лиге. Нет, не в лиге, а во врачебной команде врачей города Москвы. Ага. Вот. А лига, да, обычно любительская лига трудовой резервы. Да, и есть офицерская хоккейная лига, две лиги. А ты в Сочи не ездил на этот врачебный на хоккейный матч? На Кубок Гиппократа я не ездил ни разу, потому что он проходит во время осенних школьных каникул, и обычно мы с семьей, с детьми все вместе. Понятно. Так что если врачи хотят играть в хоккей, есть специальные команды врачей. Врачи города Москвы, команда «Хоккей Докторс». Пожалуйста, кому интересно, приходите. Так, ну что, по вопросикам. Добрый вечер. Ребенок 13 лет, болеет шлятером, боль в суставах уже 3 года. Когда пройдет? Норма возрастная, да, то есть юношеские остеохондропатии, сложно сказать, они индивидуально у всех протекают, да, по времени опять как-то спрогнозировать. Обычно там, ну, понятно, что когда закроется зона роста, да, там это все пройдет, может быть, раньше. Угу. Это Наталья спросила из Ярославля. Ярославль, насколько я знаю, очень неплохая ортопедическая школа, правда ведь? Очень крутая, да. Мы сами ездим туда учиться. Я знаю, что вы едете туда учиться, поэтому сказал. Может быть, мы посоветуем, кому исходить и успокоиться очно? Клиника «Константа», там, пожалуйста, там отличные детские ортопеды. Ярославль, супер. Да. Здравствуйте, я про плоскостопие у детей, за руль еду. Плоскостопие у детей, повтори еще раз для нашего слушателя. Плоскостопие у детей бывает врожденное, бывает приобретенное. Приобретенное бывает мобильное, бывает ригидное. Если мы видим плоскую стопу, но когда ребенок напрягается, встает на носочки, она превращается в обычную, и ребенка ничего не беспокоит, лечить ее не надо. Это мы видим чаще всего. А лечить надо, когда стопа не выпрямляется, когда все время прямая, как доска. Как доска и когда есть жалобы. Так, мы сейчас уйдем на небольшую паузу. Наш WhatsApp +7 903 797 6333. +7 903 797 6333. Я запомнил, Александр. Туда пишите ваши вопросы нашему гостю, ортопеду Олегу Сажникову, ортопеду, травматологу, ну или мне, врачу-педиатру и аллергологу. Услышимся через несколько минут. Смертный доктор. Программа носит рекомендательный характер и не может заменить обращение к врачу. Партнер программы ООО «Кимберли Кларк» представляет школу родителей «Хаггис». Как подготовиться к родам? Как понять, чего хочет малыш? Как выбрать идеальный подгузник? Ищите ответы в школе родителей на haggis.ru. 0+. Добрый вечер. В эфире финальная завершающая часть «Ответы на вопросы» нашего шоу «Бессмертный доктор». О детском и только здоровье. В гостях у меня сегодня ортопед и травматолог Олег Сажников. Но мы сегодня говорили больше в основном о детях и подростках, хотя он ортопед и детский взрослый, и оперирующий, и в свое время даже заведовал, если не ошибаюсь, отделением травматологии, да, в Химках. Было такое дело. Сочувствую. Это сложно и тяжело. Так, мы отвечаем на вопросы. Погнали. У моего ребенка S-образный сколиоз. Врач-ортопед говорит, что все это ограничение от физкультуры и корсет. Мы делаем каждое упражнение, и видна динамика улучшения. Расскажите про корсет. Мне, как родителю, кажется, что ограничение подвижности при активном росте так же вредно, как сколиоз. 14 лет и 183 сантиметра.
Ну, вот так это и происходит, да. На самом деле, про корсет лучше не мне рассказывать. Есть специальные врачи-реабилитологи, которые этим занимаются, да, в зависимости от степени искривления. Угу. Вот, то есть, да, корсетирование, конечно, применяется, применяется во всем мире, это метод лечения, действительно. Вот, ну и плюс гимнастика специальная, которая направлена на исправление этого сколиоза. Угу. Ну, то есть... А ограничивать физкультуру не стоит? Не стоит, конечно. Наоборот, надо заниматься. Надо заниматься, но физкультура должна быть специальная немножко, направленная на вот исправление этой сколиотической деформации. То есть нужен врач ЛФК, который это будет учить? Это, этому, да. Реабилитолог, да. Угу. Так, хорошо. Ребенок 4,5 года очень активный. А кто не активный 4,5 года? Обнаружили кисту Беккера с обратной стороны колена. Делать операцию или должна сама уйти, или есть какая-то профилактика? Сейчас занимается хоккеем неинтенсивно и плавно для общего развития в 4,5 года. И у детей, и у взрослых киста Беккера, она в норме может быть, да, это сигнальная киста. Если она не вызывает компрессию сосудистой нервного пучка под коленной ямки, то она не требует, конечно, лечения никакого. И ограничения движения, там боли, то есть вот мы забываем про нее просто. То есть случайная находка, по сути. Да. Так, погнали. Добрый вечер. В советское время в школе меня всегда учили: сиди ровно, держи осанку, а то спина будет кривая. У меня, кстати, тоже. То есть, если моему ребенку удобно сидеть за партой криво, его не нужно поправлять? Не нужно. То есть, сколиоза не будет? Не будет. И искривления не будет? Искривления не будет, да. Не надо поправлять, просто вот отстаньте от человека. Да. Угу. Отлично. Все. Ваш ребенок сидит теперь так, как ему удобно. Кстати говоря, очень часто говорят... Вот у меня ребенок сидит и голову наклоняет в одну сторону. Я все время отвечаю, что я тоже сижу с головой прямо редко. Голова тяжелая, держать неудобно. Мы все время голову на одно плечо, на другое плечо, и как бы так просто шея отдыхает. А все время держать ее прямо, мы же не солдаты в строю, как говорится. Не нужно нам постоянно стоять на вытяжку. А вопрос такой: у дочери 5 лет, средний пальчик на ноге немножко залезает на соседний. Это ее никак не волнует. Надо что-то делать? Не надо. Как ты сказал, как отрезал. На самом деле, я тоже тут скажу: у многих пальчик залезает один на другой. Мы всегда лезем, что называется, что-то лечить тогда, когда это мешает человеку или мешает его качеству жизни. Если все это верно, не мешает, да, то мы не трогаем. Конечно. Хорошо, на этой веселой ноте от нашего гостя, травматолога-ортопеда Олега Сажникова, который быстренько сказал, что почти ничего лечить не надо, если это не беспокоит, а если лечить, то только это с ортопедом и только по научно доказанным методикам. Мы с вами прощаемся. Я вам очень рекомендую, впереди у нас новогодние каникулы, и тут уже скажу я от себя, травм будет много, к сожалению. Поэтому профилактируйте их. Пробка от шампанского, прилетевшая в глаз, петарда, взорвавшаяся в руке, или салют, от которого обожглись, не самый лучший подарок на Новый год. Пожалуйста, берегите себя, контролируйте себя и оставляйте всегда кого-то одного, ответственно за детьми, как бы весело вам в этот праздник не было. На этом с вами прощаюсь. Это последняя программа в этом году. Мы с вами встретимся 11 января. А пока слушайте качественную музыку, наши новогодние рецепты от наших ведущих. И счастливого вам нового 2024 года. Надеюсь, что у вас будет все тип-топ. А здоровье ваше будет по-прежнему вас радовать. Олег, есть что сказать? Да, всем хотелось бы пожелать, конечно, здоровья и не обращаться к травматологу. То есть, да. Да, потому что это все-таки больше в ваших руках, чем в руках врачей. Все, пока.